Домашняя клубника, выращенная на своем огороде, всегда ценится выше, чем привозная. Но какие сорта на практике подходят лучше всего для рынка свежей ягоды? Как правильно организовать клубничный бизнес в хуторе? Мы узнали у супругов Харныныкиных из хутора Игнатьевский. О выращивании всеми любимой ягоды они знают не понаслышке, ведь занимаются они этим уже много лет. Занимаемся более 20 лет клубникой, чесноком, лет 30 уже. 30 сотых клубники в этом году посажено было. Бывало и поменьше, бывало и побольше. По-всякому. Выращивание клубники в открытом грунте не требует никакого особого ухода, говорит Николай. Собирают ее через день и реализуют по приемлемой цене. Кроме клубники, хозяева ежегодно выращивают чеснок, что пользуется немалым спросом. Сажаем, потом идет прополка. Нет особенных секретов. Кажется, основной секрет – больше работать, да, это самое. Поменьше лениться или… Сорта какие у вас? Мармелада, Пандора и Алда. Угу. Как реализуете, куда? Реализуем Курганинский, у нас оптовый покупатель, уже мы с ним работаем более 15 лет. Получается у нас это самое, в основном через день. Ну как вот, если получается, что сегодня одна делянка, завтра другая, третья. Ну максимум 2 дня у нас это самое, между сборами. Не секрет, что в нынешнем году погодные условия внесли свои коррективы. Прошедшие дожди немного снизили урожайность клубники. В целом как, вы довольны? Ну в этом году чуть похуже, в прошлый год было лучше. И урожайность лучше, и клубника крупнее была. Знаете, это самое, зима. Не такая благоприятная, видать, климатические условия были. Планы какие? Планы пока еще. Надеемся, что сколько сил хватит, столько будем работать. В хуторе Игнатьевском многие занимаются огородничеством, а поселение в целом нам рассказала замглавы поселения Елена Чернышова. По территории хутора основная часть населения у нас занята личным подсобным хозяйством. Работы постоянно нет. Поэтому основной доход – это наши огороды. Вот как сами видите, что такое огород в хуторе Игнатьевском. И как дорог он в процессе паводка, его тяжело терять, потому что это основной доход. Ну, чеснок, клубника – вот основные наши продукты, которые поставляются на рынок. И кто занимается, в общем-то, этим доходом.